Название этой лекции «Да будут все едино». И в предыдущих лекциях мы говорили о политических аспектах. Сегодня же мы хотели бы затронуть религиозные аспекты. Во вторник мы будем говорить о чуждом огне. Пожалуйста, не пропустите эту лекцию. Второй Ватиканский собор. Во время Второго Ватиканского собора папу носили на таких носилках, и на этом соборе было решено, что церкви, протестантские церкви, могут оставаться в своих убеждениях, в своем исповедании и обрести спасение, при том, что они принимают и признают превосходство епископа Рима. После Второго Ватиканского собора Карл Раммер, иезуит, странно, что снова они появляются на сцене, часто говорю об этом, но это факт. Он был одним из тех, кому поручили рассказать всему миру о том, что каждый может оставаться в своей церкви, но признавать превосходство епископа Рима. И я уже говорил об этом, но я хотел бы остановиться на более подробных деталях. Пол Нитер, который является одним из руководителей университета в Цинциннати. Он профессор богословия, он изучал высказывания Карла Раннера и написал книгу «Нет иного имени». И в этой книге «Нет иного имени» он пишет некоторые интересные вещи. Это комментарий к этой книге. Интересно, что здесь есть изображение человека. Это известная эмблема гуманизма. Говорит о том, что этот человек — это является гуманистом. Итак, он пишет: «Посвященный христианин может делать богословски перед лицом всевозрастающих доказательств научных и личных в пользу того, что есть еще другие пути, религиозные пути, которые ведут более полной человеческой жизни, чем путь христианства». Вы начинаете видеть, может ли человек быть спасен, и дает определение, то есть жить подлинно человеческой жизнью посредством другого имени, а не именем Иисуса Христа. Здравствуйте. Я хочу, чтобы вы себе это запомнили. Итак, быть спасенным значит жить полноценной человеческой жизнью. Скажите, это правильное богословие? Это профессор богословия, и эта книга предполагается, что ее будут изучать богословские семинарии по всему миру. А он также говорит, что спасение возможно посредством другого имени, а не имени Иисуса Христа. Это утверждение можно согласовать богословски с полным христианским посвящением. Это первостепенное креативное богословие. Это единственное предложение, с которым я могу согласиться. Да, это креативное богословие, но определенно это не библейское богословие. Итак, перед Вторым Ватиканским собором, Экуменическим собором, стоит задача. Если Библия — это не авторитет, то теперь нужно ее чем-то заменить. И было решено в документе на странице 515, одного из документов, которые были приняты во время Ватиканского собора второго. Единство всех христиан должно быть восстановлено и засиять, так как все люди призваны стать новыми людьми, исповедующими одного Иисуса, Спасителя и Господа, выражающими одну веру, участвующих в одном евхаристическом таинстве. Много проблем с этим евхаристическим таинством. Все христиане должны иметь экуменическое мышление. Та же 515-я страница этого же документа. Католический катехизис скажет нам о том, что Второй Ватиканский собор не изменил доктрины. Просто выглядело все так, как будто доктрины изменились. Но вот что говорит нам катехизис католической церкви. Единая церковь Христа, которая является нашим Спасителем, после Его воскресения поступила в пасторское попечение Петра, повелевая Ему и другим апостолам распространять ее и руководить ею. Эта церковь организовывает и утверждает общество в современном мире, находится в католической церкви. Второй Ватиканский собор, декрет об экуменизме поясняет, именно только через Христову католическую церковь, которая является вселенским помощником в деле спасения, может быть достигнута полнота спасения. Посмотрите, в доктринах нет никакого изменения, но протестанты верят, что доктрины были изменены. Раны единства. Там, где грехи, есть также разделение, расколы и ереси. Итак, если есть разделение, есть грех. Кто виноват? Тот, кто отделяется к единству.
Христос подарил единство Своей Церкви изначально. Мы верим, что это единство существует в католической Церкви как нечто, что никогда не может быть утеряно. Страница 820. Это не изменилось. Люди должны присоединиться к структуре Церкви Христа, которая руководит ею через великого понтифика и его епископов. Вот почему священник Джей Карнелл говорит: «Конечная цель экуменизма в том смысле, в котором видят его католики, является единство веры, поклонение и признание верховной духовной власти епископа Рима». Это основной мотив. Церковь, объединенная с нехристианскими религиями, все нации составляют эту сообщность. Они хотят тех же отношений с мусульманами и со всеми другими религиями. Давайте еще раз убедимся, что это именно так. Об этом говорит катехизис католической церкви, написанный Бонавентурой Хинвадом. И там говорится, церковь учит, что католическая церковь, и только она одна, является той церковью, которую основал Иисус Христос. Поэтому никаких изменений в документах Второго Ватиканского собора нет. Сентябрь, 5 сентября 2000 года, Ватикан говорит ясно о том, что другие христианские церкви, такие как англикане и другие протестанты, не являются церковью в полном смысле слова. Дэвид Оливер, служитель англиканской церкви Святого Фомы в Монреале, говорит, ну ладно, как хотите, нормально. Другие церкви не являются сестринскими для нашей церкви, настаивает Ватикан. Помните, что Карл Раннер сказал, должно быть всегда ясно, что только одна святая католическая и апостольская вселенская церковь не является сестрой, а матерью всех церквей, кардинал Ратцингер. Эти заявления от высоких чинов Ватикана свидетельствуют о том, что отношение Ватикана к другим церквям не изменилось. Также мы имеем комментарии других конфессий, других церквей, церкви выражают свое разочарование и так далее, но ничего не изменилось. Они все еще находятся в экуменическом движении. Вашингтон-Пост говорит, новое официальное заявление Ватикана, опубликованное сегодня, гласит, что человек может достигнуть полного спасения от земного греха только через духовную практику католической церкви. Вот, пожалуйста. И что прочие конфессии, включая протестантские церкви, имеют недостатки, которые помещают их последователей в крайне тяжелое положение в поисках спасения. Это включает мусульман, индусов, иудеев, всех. Они все должны признать, что католицизм — лидер. Теперь скажите, как они собираются сделать это, когда Библия так ясно осуждает католицизм? Ватикан и воскресение. Опять-таки, документы Второго Ватиканского собора. Должны быть предприняты попытки установить воскресение как изначальный день радости и отдыха от труда. Все должны принимать участие в пасхальном таинстве. Воскресение должно быть представлено как исконный праздник, должно быть освобождение от работы. Воскресение имеет превосходство перед другими праздниками. Наивысшим проявлением этого является воскресное собрание. Опять, Ватиканский собор повторяет, что воскресение — это Господний день. Они называют его «День Господен» в своем катехизисе. 2174 страница говорит, «Мы собираемся в день Солнца, первый день после иудейской субботы». Нет такого понятия «иудейская суббота», поскольку суббота была установлена в Эдеме задолго до появления иудейской нации. В Христовой Пасхе воскресение или День Солнца выполняет духовную истину иудейской субботы и провозглашает вечный покой человека в Боге. Это все традиция, это все находится в катехизисах, я не хочу идти в детали. Итак, если Библия не принимается за основание, то нужно людям дать нечто иное. Музыкальное богослужение, страница 83 ватиканских документов, активно участвовать с еще большим желанием. Стиль праздника и степень участия в нем должны меняться как можно сильнее, согласно современным требованиям. Литургия. Литургия — это все то, что происходит в церкви, кроме проповеди. Литургия удивительным образом усиливает способность прихожан достигать Христа. Давайте сделаем посильнее акцент на литургии и послабее акцент на чем? На проповеди. Конечно. В некоторых документах даже можно увидеть словосочетание «святая литургия». Это знамение для всех народов,
знамение, под которым рассеянные дети Божьи будут собраны вместе, пока не будет одно стадо и один пастырь. Конечно, подразумевается здесь папа. Как они собираются сделать это? В документах Второго Ватиканского собора мы читаем: «Во всех популярных религиозных обрядах псалмы будут особенно полезны, и также произведения сакральной музыки, взятые из старого и из более современного наследия сакральной музыки, популярные религиозные церкви и игра органа или других инструментов, присущих конкретному народу. Участие в празднике должно быть внутренним, но также должно, с другой стороны, быть также и внешним. Это значит, что внутреннее участие должно быть выражено в жестикуляции и положении тела, приветственными возгласами, ответами и пением». Другими словами, Ватиканский собор говорит: давайте сделаем богослужение приятным. Давайте начнем двигаться, начнем жестикуляцию применять, положение тела менять и тому подобное. Очень тяжело держать Библию в руках, когда приходится этими руками размахивать постоянно. Какой же должна быть музыка? Обращаемся к катехизису, статья 1157 говорит: «Пение и музыка выполняют свое предназначение как знамение в более весомой мере». Да, это правильно, когда музыка используется для славы Божией. Но здесь говорится, что музыка должна быть эмоциональной. Еще одна цитата: «Как я плакал, тронутый вашими гимнами, пениями и голосами, которые звучали в вашей церкви, какие эмоции я ощущал в них. Эти звуки входили в мои уши, очищая истину в моем сердце. Чувство посвящения поднялось во мне, и слезы покатились по моему лицу, слезы, сделавшие меня добрым». Итак, чем больше слез, чем больше эмоций, тем лучше. Отключите сознание, мышление человека и включите что-то другое. И с этих пор начали появляться католические рок-группы, начала использоваться популярная музыка. И доселе неизвестные явления начали входить в церковь. Это личная рок-группа папы, которая сопровождает его в его поездках. И сейчас все больше и больше приглашается рок-групп, которые исполняют тяжелый металл. В 1967 году группа студентов в католическом университете Дикейсма начали говорить на языках и стали харизматами. В 1968 году Всемирный совет церквей проходил в Уппсале, и католики присутствовали как наблюдатели. В 1975 они были наблюдателями в Найроби. В 1975 году 25 тысяч человек были собраны в Риме. И в конце концов папа Павел VI начал говорить на языках. Вот здесь Christianity Today говорит: «Епископы и архиепископы, кардиналы с трудом удерживают свои головные уборы на месте, воспевая и танцуя в экстазе, обнимая друг друга, поднимая свои руки к небу, и папа Павел VI обращение перемежал с экстазом». Итак, он начал говорить на языках. Прекрасный пример для всей церкви. Лютеране. В 1974 году лютерана «Католический диалог» в Соединенных Штатах опубликовал статью «Превосходство Папы и Вселенская Церковь». Они начали подыгрывать этой идее, что Рим будет опять главой церквей. Пресвитериане, конгрегационалисты и методисты последовали им. Полин Буканин пишет: «Появление церкви Рима как партнера в экуменических дискуссиях и влияние харизматического движения полностью изменили экуменические взаимоотношения». Итак, эти новые духи сделали дискуссию между противоборствующими сторонами более реальной, более возможной. В 1975-м протестанты и католики издали общий катехизис, где моральные установления и 10 заповедей были подвергнуты сомнениям. Многие отрывки Нового Завета были просто помещены в уста Иисуса, но исторически Иисус никогда не говорил этого. Физическое воскресение является проблемой, которая имеет много трудностей. В общем, они начали подвергать Библию сомнениям. В 1977 году была составлена совместная комиссия англикан и католиков, которая сделала следующее заявление: «Видится уместным, чтобы в любом будущем союзе всемирное превосходство, так как оно описано, оставалось за римским престолом». Итак, англиканская церковь говорит: папа должен быть главным. В 1989 году архиепископ Кантерберийский посетил Рим и призвал христиан признать превосходство папы. Лучше вместе. Вот они. И опять мы видим подписание документов. В конце концов был подписан документ, который говорит о том, что папа является главой этих двух церквей. И здесь вы видите прекрасные масонские сигналы: нам лучше быть вместе.
королева и ее свита посетили папу и сказали... И, между прочим, принц Чарльз сказал следующие слова. «Я не хочу быть защитником конкретной какой-то веры, но я хочу быть защитником веры вообще». Протестантизм ушел. И теперь мы видим марши католические по улицам Объединенного Королевства. Следующий архиепископ Кентерберийский Керри известен тем, что он обладает харизматическим обновлением, а также даром иных языков. Итак, англиканская церковь предпочитает двигаться в сторону Рима. Это известный собор святого Павла. Он находится в Лондоне. Я сам сделал эту фотографию. Это очень интересная фотография. Что вы видите на этой фотографии? На что похож этот собор? Да, этот собор похож на собор святого Петра в Ватикане. Это копия этого собора. И что самое интересное, что собор святого Павла в Лондоне никогда не выглядел так. Он выглядел вот таким образом. Но теперь его полностью перестроили, и он похож на Ватиканский собор. Разве не напоминает вам это высказывание Библии об образе зверя? Разве это не образ зверя? Давайте посмотрим внутри собора. Очень интересно, что здесь находится главный алтарь, который является точной копией алтаря, который находится в Риме. Это значит, что протестантская церковь здесь копирует Рим. Очень интересно. Также белые и черные квадраты на полу, также Купидон. Это языческие изображения. Посмотрите на потолок этого собора, и вы увидите прекрасный масонский символ. Это масонство. Это не церковь Англии, а церковь, которая является частью масонства и является сатанинской церковью. Это печально, но это так. Перед самым главным алтарем вы видите эмблему солнца. Сверху это похоже на гадальную доску. Это оккультизм. Также здесь находятся белые и черные пентаграммы на полу. Также на полу находится символ звезд и солнца и луны. Это моя обувь. Они очень чистые на этой фотографии. Здесь божество солнца на этом изображении. Также символы нового века, символы Люцифера. Эти павлины представляют Люцифера. Также мы видим... Здесь треугольник и круг, также звезда Давида и крест. Мы также видим аббревиатуру IHS, это масонская аббревиатура, и солнце. Также изображение пеликана, который кормит своих птенцов. Это оккультные символы. Иоанн Павел II написал в своей книге о том, что после 2000 года мы нуждаемся в большем единстве. «Ради единства все церкви должны принять авторитет Папы», сказал Папа в 1995 году. Это условие единства. Скажите, пожалуйста, почему реформаторы отделились от Рима? Конечно же, у них были весомые основания, и притом библейские. Откровение, 13 глава, 8 стих. «И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира». Может быть, какие-то неточности в переводе, но, тем не менее, суть остается той же. Имена не написаны в книге жизни у тех, которые поклонятся этой системе, через послушание этой системе. Дом цу Берлин — это главная лютеранская церковь в Германии. И в этой церкви мы видим большое изображение Марии и множество свечей, которые стоят перед этим изображением. Это не что иное, как возврат к Риму. И Вельтбильд опубликовал картину, на которой изображен Лютер, пожимающий руку папе. В 1980 году папа посетил Майнц, Германию, и сказал, «Экуменизм — это важная задача. Христиане направляются к новой эре». На этом изображении вы видите известный сенат в Германии, лютеранский сенат, который принял удивительное решение. Папа
больше не может считаться антихристом или называться антихристом. Это конец реформации. Журнал Time подхватил эту тему и написал следующее. 500-летний раскол. Лютеране и католики достигли соглашения по тем вопросам, которые разделили западное христианство. И в 1999 году церкви закончили 500-летний раскол. Итак, лютеране признали верховенство папы. И это удивительное высказывание в статье. Германия просит простить Лютера. За что? За что должен быть прощен Лютер? И кальвинисты также говорят, что мы должны иметь больше уважения к иконам. Мы не можем относиться к этому равнодушно. Лидеры лютеранской церкви признают, что папа является представителем всех христиан. Ишмаэль Нока, генеральный секретарь Всемирного братства лютеран, сказал, что лютеране могут равняться на папу, как на одного из духовных лидеров в мире сегодня. Он продолжил и сказал, что экуменическое движение требует от христиан признать, что папа является глобальным представителем для всех христиан. Итак, англикане сдаются, и лютеране сдаются, пресвитериане сдаются, и методисты сдаются. Все сдались перед папством. В Германии есть такая церковь, которую я нахожу очень интересной. Есть католическая сторона, протестантская сторона и башня колокольная. В 2000 году рыцари Коламбуса, которые находятся, конечно же, под иезуитским контролем, начали рассылать изображение Марии Гваделупской по всем церквям мира. «Это прекрасно», — говорит Джино Мазотти, великий рыцарь рыцарей Коламбуса и член Совета. Он желает, чтобы все преклонились перед этим изображением. Совместная декларация лютеран и католиков, где они обсуждают доктрину оправдания. Это прекрасно написанный документ, который полностью подрывает принципы протестантизма. Если мы убираем Библию, то нужно занять чем-то людей, чтобы им не хотелось читать Библию. Поэтому богословы желают быть более живыми. Давайте придем в церковь, будем более живыми, будем больше двигаться, будет у нас литургия. Я не знаю, какой смысл во всех этих движениях. Может быть, делать прохладнее помещение. Церкви собираются вместе. В последние годы многие лидеры национальных церквей отвернулись от предостережений к взгляду, что харизматическое движение — это лучшая надежда для обновления церкви. Профессор Холленверген Бирмингемского университета говорит: католики и протестанты собираются вместе, потому что харизматическое движение совершает чудеса. Харизматическая волна единства среди церквей Южной Африки. Голландская реформатская церковь также говорит: «Настало время искать общее, а не то, что разделяет нас». И все эти известные люди говорят точно то же самое. В 1991 году Всемирный совет церквей перестал быть таким, как обычно. Обычно это была организация, которая отстаивала единство протестантов. Конечно же, была тенденция двигаться в сторону Рима. Почему Рим не является участником экуменического движения? Потому что Рим никогда не отделялся. Он является матерью, церковью, а детки отделились, и теперь они должны собраться вместе, чтобы вернуться к маме. Если бы Рим стал членом экуменического движения, то тем самым он сказал бы, что он один из сестер. Нет, он претендует на роль матери церкви. Всемирный совет церквей заявил: «Приди, Святой Дух, и обнови все творение». Со вступительной речью выступила женщина по имени Чун Кюнг. Вы видите ее на этом снимке, когда она сжигает список мертвых. Здесь также дан ее адрес, она сейчас профессор в UTS. Она вышла на сцену с аборигеном, который танцевал, одетый в национальную одежду. Затем она обратилась к мертвым, к Агари, Урии, младенцам, убитым Иродом, убитым в газовых камерах, Мартину Лютеру Кингу, Махатма Ганди. И в конце концов она обратилась к духу нашего Освободителя Иисуса Христа. Очень красиво. И затем она сожгла этот список как символ.
Давайте посмотрим на то, что происходит. Сочетая словесные остроты с выступлением танцующих корейцев и аборигенов, Чунг представил драматичное представление о Святом Духе как женщине, которой она связала с Агарью, которую эксплуатировали Авраам и Сара. Я также знаю, что я больше не верю во всемогущего мачо, воина Бога, который помогает хорошим парням и наказывает плохих парней. 18 раз Чунг упоминала духов умерших, которые пострадали от несправедливости. Если мы не слышим вопли этих духов, мы не можем слышать голос Святого Духа. «Не беспокойте Святого Духа», постоянно взывая к ней, добавила Чунг. Я думаю, присутствие всех духов наших предков не доставит вам неудобства. Итак, это библейский подход или нет? Определенно нет. Но она является служителем самой большой церкви в Корее. И теперь она также профессор в UTS. Чун Кюнг является выпускником Унённой богословской семинарии, о которой я уже сказал, что это масонское заведение. Она профессор Корейского женского университета, наибольшего университета для женщин, 20 тысяч студентов. Она сказала: «Три богини, я хочу поделиться с вами, Кали, Кван Ин и Энна, моя новая троица». Интересно. Христианская церковь была слишком патриархальной, поэтому мы собрались здесь, чтобы разрушить это патриархальное идолопоклонство христианства. Хорошо. Это один из главных выступающих лиц Всемирного Совета Церквей. Она поясняет: «Я вышла из шаманистской, буддистской, конфуцианской, таосской христианской традиции. Когда я смотрю на историю религии, то мы имеем более 5000 лет шаманизма, более 2000 лет таосизма, почти 2000 лет буддизма, 700 лет конфуцианства и всего лишь 100 лет протестантизма в Корее. Поэтому, когда я захожу в храм и смотрю на Будду, я чувствую себя такой молодой. Будда умер, когда ему было 80, и Иисус умер, когда ему было 33. Возможно, Иисуса следует считать слишком молодым, чтобы понять его». Вау, как интересно. «Я считаю свой кишечник шаманизмом, мое сердце — это буддизм, мое правое полушарие — конфуцианство, мое левое полушарие — христианство», — продолжает Кюн. «Я называю это семьей богов, и все они вместе». Итак, вы видите направление, в котором движется Всемирный Совет Церквей. Кюнг также сказала: «Мы верим, что жизнедательная сила исходит от Бога, и она повсюду, она в солнце и в океане». О, как скучно. Что это? Пантеизм. Он находится в земле, в деревьях, и когда вы чувствуете усталость, вы садитесь в тишине, и, возможно, просите у дерева, чтобы оно дало вам жизненную силу, или просите у солнца жизненной силы. Скажите, это христианство, да или нет? Нет, это абсолютно не христианство. Кюнг также выступила на съезде Всемирного Совета Церквей в Хараре, Зимбабве, в ноябре 1998 года. Она выступила с чувственным танцем и заявила, что свидетельство об Иисусе Христе другой личности на самом деле является актом насилия. А теперь давайте вдумаемся в это. Свидетельство об Иисусе Христе является актом насилия. Почему? Потому что вы нарушаете права человека, если этот человек является буддистом или индусом, если вы говорите ему об Иисусе Христе. Если вы говорите ему, что нужно верить в Иисуса Христа, значит, вы проявляете акт насилия. Следовательно, другими словами, то, что я делаю, это акт насилия. Хорошо. Комментируя слова Иисуса из Иоанна 14 главы 6 стих, где Иисус заявил, что Он только единственный путь, Кюн говорит: «Иисус ошибался». Да. Вот почему Всемирный Совет Церквей использует демонов и другие изображения. Также мы видим это слово «ойкумена». «Ойкумена». Что же значит «ойкумена»? Видим один из примеров «ойкумены». И на интернет-сайте Всемирного Совета Церквей мы находим определение, что значит «ойкумена». Слово «экуменический» взято из греческого термина «ойкумена», который может быть переведен как «весь заселенный мир». Видя, что мир принадлежит Богу, мы видим себя как одно целое. Видя людей мира, созданных по подобию Божию, мы призваны защищать благополучие каждого.
Интересно. Помните, что я уже говорил вам, что Гарика говорит, что вавилонские древние религии через каббализм, гностицизм, рыцарские ордена и домасонство контролируют марксизм, американские тайные общества, всемирные банки и также Всемирный совет церквей? Как вы думаете, они правы в том, что они говорят? В своих учениях, что Иисус был слишком молодым, чтобы его понять, он ошибался, мы поклоняемся природе, все эти вещи. Определенно, это не библейский взгляд. Что же говорит Элис А. Белли, основатель Люцифер Траст в 1919 году? Она предсказывает появление Всемирной Церкви, конкретные очертания которой будут видны к концу 20 века. Не будет никаких разделений между Всемирной Церковью, Священной Ложей всех подлинных масонов, они объединяют их вместе, и во внутренних кругах эзотерических обществ. Таким путем цели и задачи Объединенных Наций будут утверждены, и новая Церковь Бога, руководимая всеми религиями и всеми духовными группами, положит конец великой ереси разделенности. Хорошо, это требует целой лекции, это очень массивный объем материала. У нас будет отдельная тема от задачи оккультизма об этом. Это очень серьезная тема. Она говорит, что церкви, ложи, священные ложи, кстати, и эзотерические общества в конце века будут трудиться вместе для того, чтобы основать эту всемирную религию. Скажите, как христианин, верующий в то, что Иисус является единственным путем, могу ли я присоединиться к этому обществу? Да или нет? Вы также задумались? Это странно. Норман Винсен Пилл. Кто же такой Норман Винсен Пилл? Один из самых больших проповедников нашего времени, масон 33-й степени. Он говорит, масонство всегда приглашало людей всех религий и верований в свои ряды. Единственным условием для доброго человека является вера в великого зодчего и в бессмертие души. И, конечно, это не является библейским. Масонство идет дальше, чем узкое сектантство и ограниченная догма. Они соглашаются с утверждением известного писателя Эдмунда Бурка. «Тело всякой истинной религии содержит уверенность в послушании мира, воли суверенного, в приверженности его утверждениям и в подражании его совершенству». Это то, что говорит Норман Винсент Пилл. Он масон 33-й степени, так же, как и епископ Карл Сандерс, масон 33-й степени, представитель методистской церкви, Рави Сеймур Атлас, также доктор Джеймс Уэсбери, издатель баптистского журнала, масон 32-й степени, также преподобный Луис Гант, масон 33-й степени, представитель методистской церкви, и так далее, и тому подобное. Также Норман Винсент Пилл говорит, «Я нахожу, что шотландский обряд, символическая ложа, не придерживаются ни одной религии, но проявляют уважение ко всем основным моральным религиям мира». Билли Грэм считает Нормана Винсента Пилла одним из главных своих наставников. Интересно, у него наставник, который является масоном 33-й степени. Билли Грэм, всемирно известный христианский евангелист, является масоном 33-й степени. Так было сказано на сайтах самих масонов. Но по причине критики они убрали его с этих списков. Шо, который сам был масоном 33-й степени, говорит о том, что Билли Грэм присутствовал при его посвящении. Но в своей книге «Обман» он говорит о том, что это был известный евангелист, чтобы опубликовать свою книгу. Норман Винсент Пилл является масоном 33-й степени, великим священником Великой Ложи Нью-Йорка. И Билли Грэм считает этого человека своим великим наставником. Роберт Шулер также является масоном 33-й степени. Об этом говорит сайт, с которого я беру эту информацию. Также многие высказывания Шулера подтверждают это. Я просто цитирую из другого источника. Орел Робертс, Джесси Джексон, основатели движения мормонов, основатели движения иеговистов. Все мы это знаем. Давайте посмотрим теперь на Нормана Винсента Пилла. Он поддерживает письма, полученные через медиумов, названные «Письма Иисуса» и написанные Джейн Пацера и Анна Браун. Итак, он поддерживает письма медиумов. Эти удивительные святые письма были написаны каждый день на протяжении 2 лет, начиная с утра 1978 года. Она говорит, что письма были продиктованы бестелесным духом, который представился Иисусом Христом. Пилл отвечает на это следующим образом. Это не важно, были ли письма от Иисуса из Назарета или от Иисуса Пацеры.
Они имеют общую совесть, и эта совесть — Бог. Я являюсь частью Бога, также Джейн и Анна являются частью того же Бога. Итак, это говорит Норман Винсент Пилл, наставник Билли Грэма. Интересно. Говоря об оккультисте Крускине, он говорит: «Все, что он делает, это драматизирует то, что я проповедую и пишу на протяжении многих лет». Еще одна книга «Мертвые, живые, они могут разговаривать и общаться с нами», поддерживается Пилом. И он говорит: «Это шедевр, который должен быть прочитан каждым». И интересно, это наставник Билли Грэма. Помните об этом. Автор Харальд Штерман, медиум, также написал еще одну книгу «Вы живете после смерти». Скажите, это язык змея или язык дьявола, или это же язык Бога? Чей это язык? Бог, так сказал. Папа Иоанн Павел II посетил еврейскую синагогу в 1986 году. В 1987 году он сделал тур по Соединенных Штатах. В 1988 году он посетил Россию. И все они собираются вместе в одну большую счастливую семью. Южный Крест, общественная газета, пишет, что главный раввин Израиля посетил папу, патриарх, конечно же, православной церкви, обнимает папу, много масонских символов здесь. Израиль приглашает папу посетить святую землю. Здесь он со вдовой Шиндлера. Раввин Роберт Джекобс говорит следующее по этому вопросу. Второй Ватиканский собор в 1965 году изменил это. Джекобс считает, что Второй Ватиканский собор сделал исторический поворот в отношениях католиков и иудеев. Он говорит, что Иоанн Павел II проявляет удивительное уважение к иудаизму. Он первый папа, посетивший синагогу. Ни один папа в истории Римской Церкви не сделал того, что сделал этот папа. Он проявляет удивительное уважение к иудаизму. Впервые в истории христианской церкви иудаизм ценится должным образом. Он не принижается. Я думаю, что это удивительное преимущество иметь такого экстраординарного папу. И вот когда папа посетил Сент-Луис, что сказал раввин? Мы радуемся и цветем, и мы будем цвести обильно и радоваться радостными пениями. Это интересно. Здесь Алексий II, патриарх всей Руси, он поддерживает экуменизм, и здесь его встреча с кардиналом Кэссиди. Здесь говорят о большей свободе. Это очень символичная фотография экумена. Папа и патриарх вместе. Здесь возрождение восточной ортодоксии. Оккультизм, азиатские религии, ислам, буддизм, хиндуизм, синтоизм и спиритизм переживают новое возрождение. Итак, возрождение религии в мире. Накаляются религиозные отношения и конфликты. Вы заметили это? Да. Почему? Потому что через хаос и конфликт вы можете объединить все вместе. Сделайте боль разделения больше, чем боль единства. Тезис, антитезис, синтез. Это греческая философия. Великие ожидания патриарха Константинопольского. Мы объединим церкви. Открытие исламского культурного центра в Риме под председательством епископов Рима. Иоанн Павел II приветствует их. Ислам и католицизм. Мы будем говорить об этом целую лекцию. Они объединяются, потому что проблемы объединяют ислам, иудаизм и христианство вместе. Это документ из католической академии Трира. Обратите внимание, что они используют здесь, какие символы они используют в своих документах. Все эти странные символы в их документах, пентаграммы, символы всех религий в этом круге. Папская семинария. Что вот эта структура значит, эти буквы «Т»? Что это значит? Эмблема католической церкви в Камеруне, кальян, мандала. Все это
символы восточных религий, которые используются для того, чтобы показать единство всех церквей. Папа и Далай-Лама вместе. Также нам необходимо рассмотреть то, что говорят протестанты, протестантский мир по этому вопросу также. И мы сделаем это в следующей части. Мы говорили с вами о том, как сегодня объединяются церкви. И я хотел бы показать вам некоторых выдающихся протестантских проповедников и что они на самом деле проповедуют. Роберт Шулер назван масоном 33-й степени на многих веб-страницах. И, конечно, проверить это можно, послушав, что он говорит. Он написал здесь, в предисловии к четвертому измерению, следующее. «Я нашел реальность этого динамичного измерения в молитве посредством визуализации. Не пытайтесь понять это, просто начните радоваться этому, это работает, я испытал это». Визуализация — это методика, при помощи которой вы начинаете отчетливо представлять нечто, и это становится частью мира ваших фантазий. Они учат маленьких детей этому. Это оккультная техника, это оккультизм. Вот его известный храм, Crystal Palace называется. Это этот великий проповедник. Кстати, он отвез план этого собора в Рим для того, чтобы получить благословение папы. Я нахожу это очень интересным, что Роберт Шулер отвез план этого собора в Рим для того, чтобы получить благословение. Это его сын, который сейчас продолжает его служение, потому что Роберт Шулер немножко уже постарел. Роберт Шулер, цитаты из книги «Самооценка. Новая реформация». «Классическое богословие ошибалось, настаивая на том, что богословие сконцентрировано на Боге, а не на человеке». Это еще больше интересно. Он говорит как истинный масон. Разве не так? На странице 153 читаем. «Одной классической ролью кафедры в протестантизме была проповедь. Таких проповедей, которые излагали доктрины, а не воспитание. При такой форме общения проявляется свойственная определенная склонность к манипуляции, запугиванию и, следовательно, оскорблению самого дорогого качества человечности в человеке и его достоинства». Это звучит как Ватиканский собор. Давайте обратимся к литургии, давайте будем прекрасно проводить время, но не будем проповедовать Слово Божие. На странице 14 он пишет: «Грех — это любая мысль или поступок, которые занижают самооценку мою или другого человека». Это очень интересно, потому что я всегда думал, что Библия говорит, грех есть беззаконие. Разве не так? Он пишет на странице 26-27: «Мы нуждаемся в богословии спасения, которое будет начинаться и заканчиваться осознанием стремления каждого человека к славе». Я думал, что оправдание — это нечто, что повергает человеческую славу во прах и возвышает Иисуса Христа, а человека умаляет. Разве не так Библия говорит? Он должен расти, а я должен умоляться. Вау! Страница 868. «Родиться свыше значит измениться от негативного к позитивному представлению о себе, от низкого достоинства к самооценке, от страха к любви, от сомнения к доверию». Очень интересное богословие. Страница 75. «Крест освещает путь нашего «я», потому что крест защитил совершенную самооценку нашего Господа от греховной гордыни». Это просто богохульство, насколько я это понимаю. Страница 135. «Христос идеален, потому что Он воплощенное самоуважение». Я думал, что Христос пришел показать смирение. Разве нет? Моя Библия говорит, что Иисус был смиренным. Иисус никогда не называл человека грешником, но сохранял свой праведный гнев для тех, которые использовали свою религиозную власть, чтобы вызвать чувство вины, и лишали людей их способности вкушать и наслаждаться своим достоинством.
Интересно. Я думал, что Иисус сказал, «Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Разве не так Иисус говорил? Итак, очевидно, этот человек читает что-то непонятное, но не Библию. Он говорит, проблема церкви в том, что она имела богословие, сконцентрированное на Боге, тогда как нужно сконцентрированное на человеке. Мы неплохие, просто плохо проинформированы о том, как мы хороши. Оу, Роберт Шулер. Это очень интересное высказывание. Это будет оскорблением для человеческой добродетели любого человека называть его грешником. Я думал, что когда приходит Святой Дух, то Он обличает нас в чем? Во грехе, о правде и о суде. И Иисус знал свою ценность, Его успех питал Его самоуважение, Он претерпел крест, чтобы осветить свою самооценку, и Он понес крест, чтобы осветить вашу самооценку. Крест освещает наше «я». Разве это не вопиюще? Этот человек не христианин, он масон. Я хочу, чтобы вы помнили, когда я говорю масон, то я подразумеваю масона высокого ранга, потому что масоны низких рангов ничего об этом не знают. Масон высокого ранга. Давайте проясним это. Шулер дальше подчеркивает эту позднюю мысль в шоу Фила Донахью. Он говорит, у Иисуса было эго. Он сказал, «Я, если я буду вознесен от земли, всех привлеку к себе». Вау, какое же эго у него было. Это ужасно просто. Один человек задал Шулеру вопрос. Как может крест, как вы пишете, осветить эго и сделать нас гордыми в свете отрывков из Библии, которые гласят «Гордость и высокомерие я ненавижу, погибели предшествует гордость, Господь гордым противится, не гордитесь, любовь не превозносится и не гордится». И Павел в послании к Тимофею пишет, что в последнее время люди будут больше себялюбивы. Хороший вопрос. Мне уже нравится этот вопрос. Почему же мы должны поощрять людей развивать любовь к самим себе, если Павел предостерегает, что в последнее время это будет одним из признаков безбожия? Шулер отвечает, «Я надеюсь, вы не будете проповедовать это, потому что вы можете принести много вреда хорошим людям. Если вы хотите проповедовать эти тексты, надеюсь, вы будете придерживаться моего толкования, или же вы оттолкнете людей, и они станут свирепее ада. Они просто выключат Библию и выключат вас, и включат рок-музыку и Мадонну. Вы не должны это проповедовать только потому, что это есть в Библии. Это так тяжело проповедовать такие тексты и не выглядеть несдержанным. Смотрите, они все переворачивают вверх дном. Роберт Шулер, что отличает меня от фундаменталистов, так это то, что они пытаются обратить каждого в ту веру, которой они верят. Мы знаем те вопросы, в которых основные конфессии могут согласиться. Мы стараемся концентрироваться на них, не принижая тех, в которых мы отличаемся. Вот эта цитата USA Today. Шулер говорит, «Когда мы знаем, что мы искуплены и что мы являемся частью Божьей семьи, мы можем мечтать об этой великой божественной мечте построения Царства Божия в мире». Интересно. Это пишет «Меч и труба». Я думал, что Царствие Божие, согласно Библии, не от мира сего. А вы о чем читаете в Библии? Роберт Шулер сказал после тысячной своей телепередачи, когда его поздравила мать Тереза, Билли Грэм, Скотт Кин, также все живые президенты Соединенных Штатов и Сэмми Дэвис Джуниор, который является сатанистом, все его поздравили, и он сказал, «Мы нуждаемся в том, чтобы позитивировать мир, который имеет так много негативных оттенков. Нет большего вреда, чем упоминание о греховном состоянии человека». Позвольте мне сказать нечто. Если человек не понимает, что он находится в греховном состоянии, тогда он не нуждается во Спасителе, и он погибнет. Я думаю, ничто из того, что делалось именем Христа и под вывеской христианства не было таким разрушительным для личности и, следовательно, непродуктивным для Евангелия, как грубая, неуклюжая и нехристианская стратегия попыток указать людям на их греховное состояние. Это просто отвратительно, как по мне. Но он идет дальше, чем это. Давайте посмотрим, что он на самом деле говорит. Самые эффективные мантры используют звук «М».
Вы можете прочувствовать это, повторяя слова «Я есмь», «Я есмь» много раз. Трансцендентальная медитация или ТМ — это не религия, и поэтому не обязательно является антихристианской. Итак, вы можете повторять «Я есмь», «Я есмь», «Я есмь». А что же это такое? Это, другими словами, «Я Бог». Наверное, вы не это имели в виду, мистер Шулер, не так ли? Методисты, англикане, и все они собираются вместе, признавая жизнь после смерти. Здесь в книге «Самоуважение. Новая реформация» Роберт Шулер пишет: «Родиться свыше значит, что мы должны измениться от негативного к позитивному представлению о себе, от низкого достоинства к самоуважению, от страха к любви, от сомнения к доверию. И мы можем молиться, обратите внимание, что говорит доктор Шулер, «Отче наш Небесный, почитаемо имя наше». Слово «наше» выделено в оригинале. Что Роберт Шулер говорит? Что Он Бог. Скажите, пожалуйста, это библейское богословие или это сатанинское богословие? Скажите вы мне. Вы выбираете, это сатанинское богословие. Кто же принимает его учение? Кому нравится его богословие? Итак, книга «Познай свои возможности» Роберта Шулера. И кто же поддерживает эту книгу? Мы видим здесь доктор Билли Грэм. Два сапога пара. Кто такой Билли Грэм? Вот он, один из самых великих проповедников нашего времени. Вот он с президентом Никсоном. Когда вы пошли на служение, то политика потеряла одного из самых потенциально великих деятелей. Вы помните, что у Никсона был секретарь, который был иезуитом? Вы помните его цитаты? Вы знаете, когда все вас любят, то это должно настораживать, это пугает. Это он в Madison Square Garden, это он выступает в Конгрессе, когда ему была вручена золотая медаль Конгресса. Здесь он получает почетную докторскую степень в Римо-католическом колледже. И он сказал, «Евангелие, которое основало этот колледж, тоже Евангелие, которое я проповедую сегодня». Билли Грэм, я думал, вы протестант. Почему же вы проповедуете католицизм? И, пожалуйста, скажите, почему вы используете во время своих кампаний команду из 800 монахов и монашек, и иезуитских священников? И почему после вашей программы вы людей, обращенных, направляете к католическим священникам? Зачем вы делаете это, если вы протестант? Агентство новостей от 13 января 1981 года сообщило, что Папа Иоанн Павел II провел в близком общении почти 2 часа с преподобным Билли Грэмом, известным протестантским евангелистом. Здесь вы видите их на фотографии, религиозное служение. «Папа почти евангелист», — говорит Грэм. Вот он в черном, папа одет в белое, они проводят в близком общении время. Именно посредством Билли Грэма бывший президент Соединенных Штатов Рональд Рейган направил посла Ватикан против Конституции Соединенных Штатов. Он был связующим звеном от Белого дома к Ватикану. Это Билли Грэм, его собственные слова. Рейган был первым американским президентом, который отправил постоянного посла в Ватикан. Перед назначением он спросил моего мнения. Я сказал, что это будет хорошо, несмотря на возможные трудности относительно отделения церкви от государства. Я написал длинное утвердительное письмо, приводя мои доводы. Среди прочего, я сказал, что это не будет нарушением принципа отделенности церкви от государства. По этим причинам мистер Рейган может двигаться в этом направлении. Позже мое письмо было опубликовано в прессе. Это вызвало некоторый испуг среди моих братьев-баптистов. Конечно же, это вызовет испуг среди баптистов. Но его баптистские друзья, наверное, не знают, кто он на самом деле. Если вы хотите прочитать побольше о нем, прочитайте Билли Грэм и его друзья. Журнал Роберта Шулера «Возможности» в 1986 году опубликовал на обложке фото Темплтона. Главная статья цитировала Темплтона: «Ничто не существует, кроме Бога. Это пантеизм, и что Дух Христа живет в каждом человеке, знает он об этом или нет. Это универсализм». Темплтон. А кто же получил награду Темплтона? Конечно же, Билли Грэм.
Билли Грэм сказал Шулеру во время интервью, пришли ли они из исламского мира, или из буддийского мира, или из христианского мира, все они члены тела Христова, потому что были призваны Богом. Да, конечно же, вы можете быть членом тела Христова, будучи представителем восточной религии, если вы несознательно делаете то, что вы делаете. Потому что совесть ваша побуждает вас к этому. Бог учитывает незнание человека. И Он делает все, чтобы устранить это незнание. Но если вы сознательно нарушаете закон, вы умрете. И если вы не знаете закон, но все еще сознательно нарушаете, вы умрете вечной смертью. Евангеликалы и католики соединяют силы. Папа Иоанн Павел II назван суперзвездой мира. Папа заслуживает титула «Первый гражданин мира». Ньюсвик сказал это уже в 1979 году. После 11 сентября экуменизм получил удивительный толчок. Все религии стали собираться вместе. Мусульмане, протестанты, католики. Все они молились вместе. Смерть протестантизма предвидится. В 1977 году епископы епископальной церкви сделали следующее заявление. Епископ Адлер. «Слово Господне говорит, что мы являемся свидетелями конца эры, что Бог восстановит свой храм и будет одно священство и епископат согласно апостольской преемственности. В этом главное различие между протестантской верой и католицизмом». Это говорит «эта церковь, эта конфессия», которая является представителем англиканской церкви в Соединенных Штатах. Епископ Адлер говорит, что после проповеди он стал сказать пророческое слово, но упал на пол и плакал 45 минут. Затем он говорит, «Мы все чувствовали, как Бог говорил к нам. Мы свидетели конца протестантизма». И дальше говорит, «Божья церковь — это католическая». Он заявляет, «Она была католической в начале и будет католической в конце». Вы видите, как мир объединяется вместе. Церкви соглашаются в том, что Папа обладает наивысшим авторитетом. Разве не интересно, что Папа некогда написал об этом, что к 2000 году мы нуждаемся в том, чтобы быть более едиными? И здесь 1999 год, февраль. Папа признан наивысшим авторитетом во всем христианском мире. Англикана Римо-католической комиссии вчера, которая описала его как дар, который должен быть принят церквями. Всеми церквями. Интересно. Также у него есть дар власти. 43-страничный документ «Дар власти» был составлен англиканом Римо-католической международной комиссией. И в конце концов они сказали, что папа имеет особенное служение относительно развлечения истины. Что это значит? Это значит непогрешимость. Протестантский мир предает протестантизм. Церкви должны проводить сеансы. Кто же это говорит? Это говорит англиканская церковь. Теперь мы готовы для спиритизма в церкви, и церкви падают. Это падение церкви. Это больше не пророческие слова, это лжепророческие слова. Это лжепророки. И они проповедуют ложь. И в следующей лекции я покажу это в обильной мере. Что происходит? Не пропустите следующую лекцию «Чуждый огонь». Мы увидим некоторые видеокадры, которые не оставят нас равнодушными. Что же этот англиканский священник говорит? Что мы можем говорить с умершими, и мы можем пообщаться с атеистом и убедить его, что теперь ты видишь, что с тобой случилось, ты можешь теперь обратиться. Если это верное учение, то почему бы Богу не заниматься этим? Римо-католическая борьба. Автор Джеймс Р. Райт. Он пишет о том, что теперь мы становимся едиными, собираемся вместе, и нам не нужно искать причин для разделения. Тренский собор сказал,
Никто не может полагаться на свое суждение в вопросах веры и морали, свойственные христианским доктринам, искажать Святое Писание согласно своих концепций, осмеливаться толковать их вопреки тому смыслу, который вложила Церковь-Мать, которой принадлежит право судить согласно ее смыслу истинной интерпретации, содержать и хранить ее. Только Церковь может толковать Писание. Вы гой, вы глупы, вы не можете понять это. Папство изменило это как-то? Нет. Изящество зла. В этой статье папа говорит, что каждая доктрина католической церкви будет сохранена. Поэтому, могу ли я быть частью экуменического движения, да или нет? Нет, я не могу быть частью этого движения, потому что я не могу принять, что это мой духовный лидер. У меня только один духовный лидер, и его имя Иисус Христос. Только один лидер, который у меня есть. И у меня есть одно исповедание веры. И это исповедание веры, это Библия и только Библия. Это мое исповедание веры. Хранитель прямого и узкого. Это кардинал Ратцингер. Рожденный в Германии кардинал Йозеф Ратцингер, глава конгрегации доктрины и веры. Они сделают все, чтобы каждая древняя католическая доктрина осталась, и чтобы ни один протестант даже не заметил этого. Как искусно. Это кардинал Кун, и этот человек, все, что он хочет добиться, это экуменизма. Поэтому они делают много протестантского шума. Разве иезуиты не говорили, что если вы хотите кого-то завоевать, вы должны заговорить на его языке, да или нет? Да. Не доверяйте им ни капельки. В 1986 году был съезд в Ассиси, и все религии мира были собраны там. Это включает ислам, индуизм, все религии были там. Вы видите здесь папа, патриарх, это Далай-лама, индуизм, буддизм, все присутствовали там. Где? В Ассисах. И знаете, что интересно? После этого совета в Ассисах произошло землетрясение, и весь этот собор упал. Почти как Бог дал щелчок, и все разрушилось. Угадайте, что они сделали? Они немедленно же восстановили этот собор. Немедленно они восстановили этот собор в той же славе. И на этом съезде в Ассисах в 1986 году впервые начался процесс принятия католицизма за основу. Объединенные нации веры готовы сдвинуть горы. В бельгийской газете появилась статья «Le Seuil», которая датирована 30 августа 2000 года. Генеральная репетиция проходит на наивысшем уровне, в собрании, где верховное существо, великий зодчий, это масонский термин, или часовщик вселенной, если он существует вообще, показывает себя, в то время, как объединенные нации в скором времени примут саммит тысячелетия. В присутствии глав всех государств мира, все религиозные лидеры мира собрались в Нью-Йорке обсудить самую важную тему мира во всем мире и терпимости. Скажите, сколько религий собрались? Все религии. Для того, чтобы обсудить самую важную тему мира. Более отдаленная цель — это создание своего рода объединенных наций веры. Это очень интересная лекция, будет целая тема об этом, где смогут встретиться представители веры и философы для обсуждения совместного будущего, на время оставляя свои стереотипы, тезисы и прочие ужасные средства разделения и исключительности, и отсылая их в чулан времен. Давайте избавимся от всего, что нас разделяет. Эта благородная экуменическая инициатива поддерживается кем? Тедом Тернером, масоном 33-й степени. Он ненавидит христианство. Вице-президент Time Warner и основатель CNN. «Для каждого греха есть благодать», он говорит. 10 лет назад сверкающий босс мгновенного телевидения заявил, что христианство — это не что иное, как афера для неудачников и чудаков. Он не поменял своего мнения. Зачем же Тед Тернер финансирует нечто подобное? Он говорит, что его жена Джейн Фонда стала христианкой, и это изменило его мнение. Я не думаю так. Я думаю, это потому, что он масон 33-й степени, и у него есть определенная цель.
2000 представителей каждой более или менее известной религии, совершающих практику в мире, или которые имеют дело с сознанием и известны только в коридорах ООН, или отеля Вальдорф Астория, которая будет использоваться для дальнейших встреч и работы. Папа направил африканского кардинала Франциско Арси, президента Папского совета по межконфессиональному диалогу, представителем иудаизма был главный раввин Израиля Лоу. Буддизм не мог быть представлен Далай-ламой, что еще раз свидетельствует, насколько близко религия и политика. В случае его приезда Китай обещал бойкотировать встречу. Но это игра, которую они играют просто. Инициативу поддержал епископ Дезмонд Туту. В США и в определенных кругах ООН эта первая инициатива была встречена положительно. Тем не менее, нужно отдать должное Цезарю или же Иоанну Павлу II. Воистине, благодаря ему был начат процесс примирения в Ассизи в 1985 году. К этому мы можем прибавить встречу в 1986 году. В 2001 году папа посетил известную мечеть в Дамаске. Папа Иоанн Павел II вершит историю. В воскресенье стал первым понтификом, когда-либо посетившим мечеть и попросив христиан и мусульман простить друг друга. Это мечеть, которую посетил папа, самая известная мечеть в Дамаске. Мы можем здесь увидеть ее. Можем увидеть прекрасную отделку внутри. Что интересно, у мусульман много похожих обрядов, что и у римо-католиков. Вы помните, мы говорили об этой святыне, что голова Иоанна Крестителя находится в этой мечети. Именно эту мечеть посетил папа. Это важно обратить внимание на это. В поисках примирения. И, конечно же, слово «примирение» существует для гоев, для непросвещенных, потому что внутри этой системы все давным-давно в мире. И папа, мы видим, здесь поцеловал Коран. Итак, цель этой инициативы — собрать все религии вместе вот в такой круг. Символ всех религий, которые танцуют вместе, символ иудаизма, буддизма, христианства, все символы всех религий здесь представлены. Большой счастливой семье. Это титульная страница книги епископа Лемона «Ко Всемирному дню мира» и эмблема Всемирного союза религий за мир. Вы видите индуизм, буддизм, и в конце концов мы получаем парламент мировых религий. Этот парламент мировых религий стал результатом встреч в Ассизи. И это был День Африки. Здесь вы видите интересный символ солнца посредине используется. На межконфессиональной встрече в 1999 году, как сообщил Associated Press, Далай-лама сидел по правую сторону, как и в октябре 1999 года в Риме. Папа председательствовал на специальном совете 2000 религиозных лидеров различных вероисповеданий, сект и культов. Я покажу вам видео с этой встречи, чтобы вы знали, что происходило. Понтифик сказал, что все собранные буддийские монахи, зороастрийские священники, католические кардиналы, гуру, американские шаманы, иудейские раввины и также экуменикальный клир — это все протестанты, вот они. Все они должны объединиться в осуждении кого? Христианских фундаменталистов. Я думал, проблема кроется в чем-то другом. Но, очевидно, у них есть просвещение, и они знают, где проблема, да? Именно христианские фундаменталисты. Почему? Потому что они совершают ужасное преступление, рассказывая другим людям о ком? Об Иисусе. Разве это не тотальное нападение на Иисуса Христа? Я вижу, что это именно то. Христианские фундаменталисты, которые грубо выражаются, и чьи усилия обращать других вызывают гнев и насилие. Разве мисс Кюнг не сказала то же самое? Да, она сказала то же самое. Она сказала во время Всемирного Совета Церквей. Да, мы хотим единства, но пусть это будет единство вокруг универсального Христа. Оставьте Иисуса Христа в покое. Это тотальное нападение на Иисуса Христа. Все присутствующие согласились в двух ключевых вопросах. Первое. Папа Иоанн Павел II был утвержден единогласно как главный духовный лидер планеты. Это интересно.
И второе. Религиозных фундаменталистов, которые отказываются идти вместе со всемирным экуменическим движением, к которым отношусь и я, к примеру, нужно заставить замолчать. Так что я не знаю, сколько еще вы сможете слышать эту весть. Они должны быть объявлены опасными экстремистами, исполненными ненависти. Вот почему сегодня у нас уже есть законы о ненависти. И те, которые хотят проповедовать эту весть, которые хотят проповедовать Иисуса Христа, они будут объявлены опасными и исполненными ненависти. Я хочу проповедовать об этом, пока есть возможность. Именно для этого я здесь. Потому что это нападение не на меня, а на Иисуса Христа, на нашего Господа. И Он предсказал, что это будет происходить. Давайте посмотрим на это масонское сборище, на эту встречу. И там есть три свечи. Это масонский символ, это солнечные свечи, которые используются в индуизме, например, в буддизме, в восточном мистицизме. И вы увидите, что они используют всякую музыку. И, как Библия говорит, даже используется главная рок-группа Италии, которая дает фон этой всей церемонии. И все религиозные лидеры мира поклонились папе на этой встрече. Это очень интересно. Давайте посмотрим. Это выглядит так чопорно, не правда ли? Все они здесь, собраны. Ислам, индуизм, буддизм, иудаизм, синтоизм. Также протестанты поклоняются папе, признавая его авторитет. Разве Библия не говорит, что весь мир будет поклоняться зверю, да или нет? Эта блудница имеет много дочерей, и Библия говорит, что она их не потеряет. Иудаизм был там, все религии были там на этой встрече. Это говорит нам о том, что мы живем очень близко к концу времени. На одной из обложек журнала «Шпигель» была опубликована интересная фотография. И здесь вы видите статую Цезаря, которая показывает масонский символ своим пальцем. Вот здесь. Также Муссолини с другой стороны, который показывает также к небу палец. Надпись «Рим» большая. Папа, церковь и тому подобное. Здесь изображение папы в полном одеянии для поклонения солнцу. И также блудница. Наверное, они знают что-то. Это блудница, Библия говорит, которая сидит на звере. Это великая блудница, которая блудодействовала со всеми царями земными. Мы видели с вами, что руководящая сила в мире принадлежит всего некоторым семьям, и эти семьи чрезвычайно оккультны. И жена, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями. Откровение 17:18. «И услышал я иной голос с неба, говорящий, выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее». Откровение 18:4. Как вы думаете, какой план у них относительно тех, которые их лелеют внутри дух разделения?
Скажите, что они запланировали для тех, которые говорят подобно Библии, «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать тебе в грехах ее и чтобы не получить язвы». Как вы думаете, что будет в заключении всего этого? Я думаю, что это очень важный вопрос. Поэтому у нас будет лекция об этом, когда мы будем говорить о том, какие же планы у них и в ком они видят окончательного своего врага. Это будет интересная лекция, не правда ли? Поэтому позволим им самим говорить за себя. Но пока я и мой дом, мы не можем присоединиться к этому экуменическому движению, к этому совету, я бы хотел превозносить Иисуса Христа как единственного Спасителя для этого мира и следовать только по библейскому пути, следуя которому никто не погибнет. Это Его обещание. Давайте доверимся Ему. Аминь.